В рамках партийных проектов «Новая школа» и «Чистая страна» активисты Одинцовского отделения «Единой России» приняли участие в экологическом мероприятии «Береги свою родину», которое прошло на площадке Одинцовской школы номер 17. В конкурсе участвовали три команды пятых классов. Все ребята получили призы и подарки от партии «Единая Россия», а доктор сельскохозяйственных наук, директор Федерального научного центра овощеводства Алексей Солдатенко вручил школе авторскую книгу «Экологическое овощеводство».